Добрый день, дамы и господа. Ну что, вы можете быть прямыми свидетелями. Вон, пожалуйста, один из киборгов находится на крыше Черкасского аэропорта с веником, все его боевое оружие, и там, среди которого также у него есть еще... Покажи другой инструмент. Киборг. Сейчас вы можете... Вот, пожалуйста, одно из ключевых элементов. Как вы видите, у нас крыша уже доходит к своего логического финального заключения. Вот у нас прекрасный второй киборг, который внизу находится. Немножко отобедал печеньки, так сказать. И после чего может спокойно приступать к дальнейшим выполнениям работ. Вот у нас остаток. Сегодня мы надеемся зашить 6 листов. 2 января 2000... Какого у нас? 15 года. Все нормально, все прекрасно. Продолжаем ковыряться. До скорых встреч.